два прогнозика будет в одном видео, ребята. Это Батэ, Неман, Шахтер, Солигорск, Ислач. 3 мая матчи состоятся. Поддержите меня сразу лайком. Не забывайте подписываться на все наши ресурсы. Инстаграм, Телеграм. Второй главный канал в Ютубе. Переходите, это наш резерв. Ребята, там я тоже буду давать прогнозики. Вернее, я их уже даю. Там мы отлично идем, побеждаем. Так что подписывайтесь. Конечно же, спонсором этого выпуска являются наши партнеры, наши друзья БК Малбет. По ссылочке в описании под этим видео вы увидите с первой строкой мой твиттер. Переходите туда, вводите промокод при регистрации, пополняя свой первый депозит, получите 10 400 рублей, ну, в зависимости от суммы, которую вы пополните. Батэ с Неманом играют, ребятки, в 18:00 3 мая. Я уже в предыдущем видео, кому интересно, посмотрите, рассказывал, что Батэ все-таки он чемпион, ну, это отличная команда, ребята. И Неман, я не вижу здесь какого-то противостояния, они не смогут, мне кажется, ничего сделать с Батэ. И поэтому я просто заиграю здесь победа Батэ за коэффициентик 1,6. Только такой коэффициент дают только наши партнеры. По ссылочке в описании под этим видео. Ну а Шахтер Солигорск, та же у меня позиция, пацаны. Та же позиция, просто чистая победа Шахтера. Не забывайте распределять свой банк. Коэффициентик на победу Шахтера Солигорска дают 1,60 с копеечками, 1,6. То есть, поэтому, если согласны со мной, нажмите лайкос. Не согласны, пишите в комментарии ваши мысли, ваше мнение на эти предстоящие события. Оставайтесь в FrontBet, будем побеждать.